дыхание пузырей. Это мы находимся в музее, у нас проходит урок английского языка. Но заодно мы и узнаем некоторые интересные вещи. Так, пузыри, пузыри, пузырики. Такой дендрариум тут. Вот такая вот морская черепашка живет. Большая довольно-таки. Сейчас покажу дендрариум большой. Так. Sea urchin. Urchin, they have spikes. Здесь вот такие огромные морские звезды. Вот они. Морские ежи. Но ежи, они опасны. Ну, если на колодце, то опасно. Какие они интересные. Вот она. Я сюда вылезла, как в мультике. Ой, какая интересная. Да? Ей все равно. Хоть трогай, хоть не трогай. А, у нее какие-то щупальца интересные. Она ими цепляется. О, что такие вот есть? Эти. Но это камера. А вот и. Вот это вот тоже, это моллюск. Она тут вылазит, эти штучки чин-чин-чин-чин. Да, да, да. Он вынимает оттуда пальчики, все шевелится. А вот еще видел вот такую штуку? В воду залез. Да, да, это вот ходит с домиком. Интересно. Он тут бегал, сейчас успокоюсь. Бегал?
Эй, побегай. Он лазит тоже такой же. Где, где? А, такой же? Подобный лазит. Только маленький. Блин, целитер какой. Ух ты, не знаю. А тут еще видел, вон какая штука. Смотри. Вот она тоже такая, шевелилась. Она вот огромная. Часть какой-то морской. Да. Это вот... А, вот смотри, штука какая. Видишь? Он вырос. Здоровый. Да. Чего только нет. Это вот нырнешь, и вокруг тебя вот это все плавает. Не для слабонервных. Он сюда вылез, гляди. А, разные звуки. And a pig. 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 Pork. Pig. Pig. Play here in the middle. Okay. Oh, boy. Lion. Fish. Fish. Это рыб. Здоровенные шкуры. Белые медведи. Not many houses people have tents. Was it in Anchorage we hung out? It was a tent city. No, very, very, very few houses people lived in tents. Yeah. Вот так начинался Anchorage. Палаточный городок был. И вообще Anchorage очень юный город по сравнению с другими городами. Вот нас предупреждали, что здесь дикобразы водятся. И они очень опасны. А, вот есть фото. Собака пострадала. С ними лучше не встречаться.
Это из перьев? Вот такой здоровый, из перьев собранный. Хорошая смотровая площадка. Немножко, правда, туман. Но все равно великолепный вид отсюда. Ну, вот он, центр даунтаун Анкориджа. Здесь, конечно, немного дворы. Там переходы между огромными магазинами. But they have boats, they hunt whales. Whale, pretty huge, huge mammals in the ocean. Whale, do you understand that? No. Whale, yes, yes, yeah. Здесь изображена охота на китов, и по законам Аляски охотиться на китов могут только местные жители, native. А все остальные не могут. Спрашивают, вы видели северное сияние? А Иоланда спрашивает, а здесь можно его увидеть? Она говорит, да, когда очень холодно, можно выйти, но не в центре города и не там, где аэропорт, потому что очень много света. А чуть подальше или в частном секторе очень холодно и посередине ночи можно выйти и будет хорошее северное сияние видно. He only lives here 2 months or... One month? An airplane.
добывают китовый жир. Вот так они его кусочками разделывают. Там же мороз, они его коньяк. Европейцы освещали улицы китовым жиром, топили жир и делали такие светильники. Поэтому быстренько киты пришли в уничтожение. И сейчас только для еды их добывают народы севера. Да. Анкоридж является как для всех городов Аляски, но приемным пунктом. Через него идет все, что приходит на Аляску. Кораблями привозится сюда и самолетами. И потом уже распределяется по всем городам и поселкам Аляски. И также через Анкоридж идут все торговые пути, потому что вот самолеты, которые летят в Канаду и в США, многие самолеты, они летят через Анкоридж, грузовые самолеты. И международный аэропорт принимает очень много грузовых самолетов, которые здесь как бы перезаправку делают. Четвертый в мире по своему как обороту самолетов, или как это назвать, пропускной способности. Вот такие вот, это охотчий вариант, чтобы стрелять, видимо, пальцы освободили. Вон какие тепленькие. А это зал славы. Здесь люди, чьими именами названы улицы Анкориджа. Люди, кто что-то сделал для этого города. Или просто выходцы отсюда. Стали известны. Каждый стенд посвящен отдельным национальным группам северных народов. И вот так вот сбоку написано название народности. И каждый стенд, там одежда, обувь, какие-то предметы быта именно этой народности. В чем там разница, можно посмотреть. И на этой карте показано, где именно на территории Аляски какое, как бы, какая народность проживает.
как далеко они друг от друга живут. И туда выше пошла уже Россия. These people live in land with very big trees. А это для самых маленьких детишек. Пакетик такой, куда их складывали. Вот у каждой народности одежда отличается от другой. Головные уборы разные совершенно, одежда. Даже обувь разная. Есть какое-то сходство, конечно, но все равно. И вот вышито бисером, если видно, я не знаю. Очень много бисера используется. Это магазин, в котором можно приобрести сувенирчики какие-нибудь. Вот такой у нас урок был сегодня. И мы возвращаемся в школу языковую.